Всем доброго времени суток, с вами Ирина, и сегодня я хочу рассказать вам о том, чем же я занималась целую неделю, пока не выкладывала видео. Во-первых, я ездила в гости к маме, и так как вы понимаете, что Фуксию с собой я взять не могла, я взяла с собой Маки, мой любимый долгострой. Мои результаты, вот можете увидеть, я домучила все-таки вот этот мак и начала вышивать еще один большой мак. Вот, как раз он виден немножко. В основном вышила всю черным сердцевинку, тут уже где будут такие крапинки, это будут бисеринки. И вот лепесточек. Угостила я маму мало, поэтому результат такие минимальные. Вот, это то, что касается мака. Ну и, конечно, Фуксией я тоже занималась. Фуксия у меня вот начала вышивать уже концовочку вот здесь вот сторону. Тоже вышила уже вот фуксинку. Листики здесь навышивала. И вот начала еще одну вышивать. То есть, ну, как я говорила, что Фуксию к Новому году я маме все-таки вышить не успею, потому что времени совсем стало мало. В основном мои дни сейчас, но в неделю я могу вышивать 1-2 часа. Это все-таки мало для того, чтобы успеть вышить картину и оформить ее. Все-таки спешить не хочется. Хочется, чтобы все крестики были ровненькие, красивые. Вот, в принципе, вот мои результаты. Можете посмотреть еще раз. Не густо, но пусть маленькими шажками, но я продвигаюсь в сторону завершения работы. Особенно если вспомнить про маки, то там до завершения работы, даже боюсь представить, сколько мне еще всего надо сделать. Вот, в общем, на сегодня все. Показала вам свои результаты. Обещаю, что в ближайшее время сниму пару обзорчиков на своих наборов. В запасах своих, запасов у меня большие, поэтому надо, главное, определиться, что же снимать. Ну вот, на этом и все, наверное. Все вам, всего доброго, всем пока!